Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ягуар 21, и это новый проект под названием «Новости Ягуарска». В этой рубрике я буду выкладывать новости, происходящие в городе, в этом Ягуарске, все, что происходит на этом сервере, все это и тому подобное. Если хотите больше узнать новостей из Ягуарска, то смело подписывайтесь на канал и поставьте лайк под видео. А если хотите бы попасть со мной в это видео, то я скину вам в комментарии ссылку на свой сервер в Майнкрафте. Но заранее вам ставлю предупреждение в том, что нужно поставить моды, поэтому если хотите поиграть полноценно на моем сервере, то за модами обращайтесь ко мне. Или же к моему администратору, через Микору. Так, починили, всё. Сегодняшняя первая новость, это появился офис Райми. То есть, кто не знает, Райми — это канал такой на ютубе. Причем офис Дмитрия Насеткина, он же реальный, так сказать, человек, который владеет каналом Райми. Вот вывеска Райми из серой шерсти. Здесь окно он синее. Офис расположился в пятом доме по адресу Советский дом 3. В этом доме по адресу Советский дом 3. В городе пятиэтажке на последнем пятом этаже. Вот. Это только две квартиры. Под офис. Так, у нас здесь традиционная табличка. Самый первый дом города, построенный 26 декабря 2019 года. Так, идем дальше. Вот, извиняюсь, что чуть-чуть подлагивает на это. Ну, кстати, за интерьер, типа кровати, сундуки, все такое. Ну и сейчас шейдеров тоже не исключение, к сожалению. Ну я решу какую-нибудь. Ну я попробую решить эту проблему. Так, у нас выход на крышу, да, это понятно. Так, вот оно, панорамное окно, можно сказать. Так, вот, есть два здания, то есть два помещения. Один — это офис Райми студия, и второй — это квартира Райми. Вот, давайте посетим квартиру. А, показалось. Так, вот так вот выглядит квартира Райми. Тут принтер, часы, ноутбук, кресло офисное, роутер стоит. И кровать такая вот. Комната такая. Так, идем дальше. У нас офис Райми студия. Тут у нас сейчас тоже, типа, ноутбуки стоят, кресла, стулья, столы, шкафчики. Принтер тоже не исключение. Везде тут. Значит, вся вот освещение у Рхуми. То есть у Райми, то есть рофельное название. Так, вентиляторы, освещение. Я фиг знает, кто такой Экте, но наверняка это какой-то игрок, который посещал. Так. Ну, давайте попишем. Освещение. Бернер 2.0.0.1. Вот так вот название Якуанович 1 по-русски, то есть писать русскими буквами. Ну, в общем, вот такой вот был, получился мини-офис в живом здании. Так, летим дальше. Вот недалеко строится общий отдел офиса, то есть второй корпус. Вот так вот выглядит пока что. Он строится. Вон первый этаж тоже готовый, но без интерьера. А второй этаж только начинается строительство на втором этаже. Так. Компас здесь. Так, тут нас встречает таблички офис канала Райми общие в скобочках и надпись «Не входить, идет строительство». Так, заходим, посмотрим. Тут, конечно, темно из-за шейдеров, конечно, вот освещение стоит. Уже установлено, окна появились. Вон, вот он, Райми, если что, вон. Да, сейчас напишу, можно сказать.
Написал сообщение, короче. Извиняюсь, что убил немного времени. Все. В общем, вот такой вот у нас был офис Райми. В общем, он только начинает строительство. Вот. Раз корпус вот в пятиэтажке. Два, второй корпус уже отдельный. Отдельный корпус находится по адресу Советского улица, дом 5А, то есть рядом с другой пятиэтажкой. Судя, почти одинаковые. Проще сказать, по интерьерике. Ну и вторая новость в том, что появился жилой комплекс под названием «Интернационал». В общем, вот такой вот жилой комплекс, он состоит из пока что, на данный момент, из 4 домов, окрашенных в цвета флагов. То есть у нас вот Россия, то есть российский цвет флага России. Вот флаг Румынии, хотя он немного по-другому выглядит, но учусь как-то так. Венгрии и Германии. Пока что 4 дома. Да, потом немного увеличу, можно сказать, количество. Потом появится жилой дом под флаг Австрии, Эстонии, Литвы, Болгарии. Но это пока что в будущем. Так, вот он у нас вот. Мы сейчас находимся в новом районе Леопольдовском. Он недавно был основан, там же находится переехан. Туда же переехала мэрия, ну, и администрация, кому как угодно. Все дело в том, что администрация, которая строится на перекрестке двух улиц, это Космонавтов и Артема Яунюса, можно сказать, закрыта, можно сказать, опечатана по причине в том, что отсутствует интерьер. Поэтому я сделал экскурсию по мэрии. Да, ребят, получится очень большой выпуск. Так, тут у нас, туда же берегла табличка, вот. Название Якутск, основан 26 декабря 2020. И, конечно, чувак стал 109 976 человек. А теперь маленькая, можно сказать, экскурсия по новой администрации Якутска. Так, тут у нас вот кабинет главы города Якутска, Колесников Антон Всеволодович. Вот такой вот простой кабинет, тут полки с книжками и стул и стул. Так, далее, следующий кабинет, это кабинет губернатора Якутской области Пономарева Елисея Дмитриевича. Ну, он почти такой же, как и у главы города. Тут у нас различные кабинеты министров, ну, тут четыре кабинета министров различных. Я пока что фиг знает каких, но приблизительно, типа, министры здравоохранения, внутренних дел, массовых коммуникаций, типа, СМИ, что такое. Тут у нас комната созидания, тут у нас такая комната, тут собираются все депутаты, министры. И тоже за глава города туда же приходят. И здесь обсуждают различные события, различные, так сказать, проблемы в городе. Типа, здесь улучшение чего-то нового. Чего-то. И тоже появление чего-то новенького. Мысли слух, что-то новенькое. Так. Тут у нас компьютерная комната, вот такая вот. Тут компьютеры и файлы находятся. Так, комната. Презентация, тут собираются депутаты и смотрят какую-то презентацию и фильмы, то есть обсуждение различных событий, типа выборы губернатора. Кстати, 13 сентября 2020 года прошли парламентские выборы и выборы губернатора Якутской области, на которых выиграл действующий губернатор Елисей Пономарев. Глава города остался прежний, конечно же, Антон Колесников Антон Всеволодович. И пока что все на своих местах почти. Так, тут у нас председатель кабинета министров. Вот.
тоже. И вдобавок на сладенькое. Тоже кабинет, но я фиг знает, что хотел добавить, просто оставил так, на будущее. Хотя надо было вот сказать место, где находятся серверы, то есть работа сайтов, которые интернет-ресурсы администрации города и правительства Яконской области. Ну и хочу завершить этот выпуск, сказать, выпуск обзором на сквер, на очередной сквер под названием Шкировский. Ну что, сквер я назвал имени моего дружбана, которого зовут Руслан Шкиров, 2000, Руслан Шкиров 2203. Я уважаю этого человека, вот сказать. И в честь него я решил назвать сквер, который находится рядом с автовокзалом Шкиперский и несколькими домами, типа управления соцзащиты района. Так, заходим, вот у нас тут у нас скамейки стоят, деревья везде. Тут у нас гравийная дорожка из гравия. Так, маленький пруд вот такой вот. Так, проходим дальше. У нас вот беседка у нас. И тут у нас мороженщик сидит, он мороженое продает. Так, тут у нас отсек с... Ой, за ноутбук. Это такой вот ноутбук, типа, Toshiba. Ну, тут у нас, типа, контент, типа, бокс с мороженым. Проходим дальше, тут у нас снова деревья, снова... Ну, пустое местечко осталось. И перенесенный туда же, перенесенный на этот район и парк Вечный Огонь, да. Хочу сказать, что всего в Яковске целых три Вечных Огня. Один на Днепровском проспекте, рядом с аптекой. Второй, да, рядом с недостроенной мэрией. Ну и третий, конечно, уже вот здесь. Кстати, был еще один, когда это уже рядом с магазином Окей на Старфайской улице. Но я потом эту площадь снес, и я переделал под парковочную зону. В общем, друзья, у меня вот такие вот события, которые произошли сегодня в Яконске. С вами, как всегда, был Якон21. Подписывайтесь на канал. Не забывайте вступать в группу ВК, ссылка в описании. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте написать, что еще показать вам в Яконске. В общем, с вами был Яконов61 и новости Яконска. Всем, чему, всем покедова.